Это начало истории любви, которая ничем не примечательна, кроме разве что. Это будущее и человечество на грани вымирания. Нервничаешь? А ты? Тогда перед тестом? Нет, я была в ужасе. Единственный способ сохранить порядок в обществе – это если каждый из вас займет свое законное место. Сегодня вы пройдете тест, который поможет вам понять, кто вы есть. Тест должен был показать, что делать. Мы должны доверять ему. Твои результаты отличаются от всех. Там идет война. Мы против людей. Правительство охотится на наш род. Чтобы защитить род людской, нас пытаются истребить. Нас называют людьми будущего. Надо всем снова туда пойти.